Здравствуйте, с вами Олегович, это канал Best Video Games. Мы продолжаем игру Spec Ops The Line. Это уже глава 11, одиночка. Бля, я тут слегонца раненый. Я так понял, бля, без оружия. Так, нас тут бомбанули, ой, блядь. Да, пошел отсюда, он мне говорит. А, вон воду набирают люди. Да, меня тут бомбануло нормально. Чертовы американцы. Ах ты, блядь. Кому помочь? А-а-а. Что там, придавило его слегонца? Riggs? Where are you? I can't see. Oh shit. Да все, Riggs уже срака. I'll get you out of there. Forget it. There's no point. The water's gone. That's all that matters. Fuck. This ain't how it's supposed to end. He was right about you. Look, if people find out what he did, the whole region will declare war on us. And we'll lose. Now the world will never know. You're insane. It's funny. Gould said the same thing. What I did may not have been nice, but it was right. Besides, it's not like I'm walking out of here. Just do me a favor. Чё, прибить его, что ли? Don't let me burn. И, конечно же, стрелять должен буду я. Ну, блядь, я кто сомневался. Do it. До свидания. Чё, патронов у меня здесь не густо, я заметил. В этом пистолете. Ноль. Магнум 44. Зато крупнокалиберный. Так, у вас их никого нету здесь, никого оружия. А где моя команда, блядь? Тоже никого, блядь. Блядь, куча погибших. Walker. Walker, come in. Yeah, I'm here. Thank God. Showed up before we found you. We had to run. Ага, выжили они. Блядь, какие-то животные бегают. Ну тебе вечно везет. No, not good. He fucked us. Fucked everybody. Thanks to him, everyone in Dubai will be dead in a few days. The city needs to be evacuated ASAP. Yeah, I'd love to know how you plan on doing that. Lugo. Oh, my bad. Am I interrupting? Damn it. Sit tight, Lugo. I'm on my way. Так, надо найти свой отряд. Блин, мне надо патроны срочно. Блин, еще какой-то вертолет летит. Блять, высажат каких-то дебилов сюда, блять. Живы на приколе, блять, или что? Дайте какое-то нормальное оружие. Ага, это на мой отряд, наверное, запустили. Больной меня уже выбешивает. Блять, Луга погиб. А я вам что тут, снайпер, блять, что ли, так стрелять? Двое чуваков не могут отбиться от пару людей. Я просто херею, блять, без баяна. Спасти Луга, да? Don't listen to him. I said, shut up.
Да, Луга спасли, бля. Где снайпер? А, вижу. Блять, а где патроны, сука? Ну и шо, и чем я матом буду, блять, ругаться? А, я вижу, 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 вижу. А, и теперь будет сейчас папка Олег стрелять. Блять, сучара, бегай там. Нахер пошел. Че, живучая сука? Ты смотри на него. Ого. Okay then, take these fuckers out! Что делает, а? Ой, блядь! Это что за херня только что была? Что те всех там победили, молодцы. Так, а я уже патрончики беру. А где тут пройти? Ага, можно здесь, наверное. Отлично. Как по снегу топаешь по этому, блядь, песку. Опять какие-то херы. Блядь, гранат нету. Это мои. Fuck you. You're the one working for a goddamn war criminal. Over the bridge. Go, go, go. They're coming through the skylight. I have no fucking idea what that man had to do. And I do mean had to do. He had a choice, just like everyone else. You're the one to talk. Remember the gate? Huh? Huh? Oh, what's that sound? I do believe it's first, baby. I get my hands on you. You're a fucking dead man. А чё там? Кто стреляет? А-а-а. Сука, живучий, со снайперки снять нельзя. Ой, это свои, блядь. Сори, ребята. В кого стреляем? Есть. Ах, твою мать. Кто еще тут жив? А. До свидания. Нахер. Есть.
Ой, хорош. Это что за хрень? Я ни хера не вижу, блядь. Все, убил его? Боже, я тут пересрал уж. Сука, блядь, ну что вы, собаки, блядь, откуда вы взялись, блядь? Дверь уже открыли, не понимаешь ли, блядь. Мне же и стрелять-то нехрен, блядь. Ой, блядь, жесть какая-то просто. Кто знал, что там, блядь, эта сраная дверь откроется, вот скажите мне, пожалуйста. Ой, красиво. Так, надо менять оружие, будет, я вам скажу. Так, где у меня второй вариант? Берем это. Я думаю, может это взять. Если вот до хрена. Так, я лично тратить не хочу сильно. Так, есть, все. Так, я уже помню, как меня там перехреначили. Блять, я хочу этот пулемет взять. Ну и чё он не берется, сука. Все, наконец-то. Так, автосохранение. Так, погнали дальше. Hang in there, I'm on it.
Блядь, это на втором этаже идет бой, да? Так, вроде больше никого тут и не вижу я. Ёб твою мать, дробовичок. До свидания. Ой-ой-ой, это что такое? Щитоху песочка, да? Привалило. Вертолет уже летит. Со всех сторон гасят, блядь. Фу. Не, надо сначала поснимать боковых хотя бы, потом до пулемета. Может, пулемет надо против этого вертолета, блин. Так, сейчас посмотрим. Так, побежали туда. Кто там стреляет, блядь? Блядь, могу попасть еще в эту херню, блядь. До свидания. Кому за тут бомбит? Так, ребята, продвигаемся по этажам быстренько.
ERPG. Все нормально. Ой. Нахер пошли. Так, вроде все нормально, да? Сколько их здесь, блядь? Блядь, я тут уже перебил целую армию, наверное, блядь. Фу, че, все? Охренеть. Отходи. Ну хорошо, отошел. Да, тут замес был, конечно, я вам скажу, нехилый, блин. Ой, я вижу амуницию вроде бы, да? Или нет? Нет, это не амуниция. Целую армию положили тут, блин. Это где? Ага, тут. Кажется, из-за двери. Это кто такой, блядь? Это еще что? Кому-то надоело быть солдатом. Имя. Штаб-сержант Джон Форбс, личный номер 867530. Ты отличный военнопленный. Насколько я знаю, ты даже не солдат. Вы не можете? Я могу все, что угодно. Да. Этот придурок диджей. Откуда он бежит? Диджей? Он под охраной. Вам не добраться. Это уже наше. Там, на вершине Транс Эмирейтс. Луга, ты сможешь взломать систему вещания? Готовьтесь, эвакуация грядет. Будет некого эвакуировать. Что ты сказал? Подумайте, Кэп, это пустыня. Сколько, по-вашему, эти люди проживут без воды? Полковник хотел одного, чтобы люди выжили. Помните. Мы учтем это, когда он снова нападет. Дубаю осталось недолго, господа. Идем. Башня вещания. Понятно. So who's gonna take care of the DJ? The hell you talking about? He ain't passing the torch. We're still in the man's mic. Three soldiers against a fat ass with an iPod. I'm less than worried. Gotta expect the unexpected, Adams. Adapt and overcome, bitch. Hey, whatever's necessary. Where to now, Lugo? Глава 12. Крыши. Ну что ж, с вами был Олегыч, это канал West Video Games. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. До встречи.